Только что закончила рисовать картины на стекле, которые я начала летом. И вот только сегодня закончила. Помните, я их вам показывала, но они были не закончены. Все, они сейчас высыхают и потом появятся в магазине, в моем Etsy-магазине. Линк сверху, можете посмотреть. Кто ждал, наконец-то дождется. Как вы знаете, я рисую много картин, и вазочки делаю, и разные картины, еще музыка, концерты мои. Спасибо, что слушаете концерты, смотрите картины. Заходите в мой магазин Etsy Shop. Буду очень рада. Вот, они еще не высохли, сейчас они будут сохнуть. Сейчас я начну с другой рисовать, сейчас будет маленькая пауза. Все, надо немного передохнуть от масочки, пойти свежим воздухом подышать. Ну, видите, какая красота. Все. Сейчас пойду свежим воздухом дышать. Давайте. Скоро увидимся. Сейчас вам еще покажу вот так. Видите, они сейчас сохнут. Потом вот такие будут скульптурки. Сейчас вот это даже, мне кажется, она уже высохла. То можно будет вот так поставить. Если солнце будет светить, то будет очень красивая тень. Видите, уже краски переливаются. Вот такая вот красота деревья. Что скоро появится в моем магазине. Ждите. Там вот линк наверху. Там есть и другие картины, можете тоже посмотреть. Буду очень рада.